Здравствуйте, мои дорогие зрители канала. Сегодня я хочу приготовить завтрак. На завтрак у меня будет рулетики из лаваша с творогом. Очень вкусные и простые в приготовлении. Для этого нам понадобится соль, сахар, 3 яйца, 1 яйцо в творог, по 2 яйца буду обмакивать в них рулетики и обжаривать. Просто вот так перемешать и все. Добавляем 2 ложечки песка, сахара 2 ложечки, творог, щепотка соли. Все тщательно размешиваем. Творога у меня здесь 400 грамм. Творог беру любой. Сегодня у меня 5% жирности. Ну вот, все тщательно перемешали. Берем лаваш. Вот такой вот обыкновенный лаваш. Лаваш смазываю творогом. Сворачиваем лаваш рулетиком. Разрезаем. Также в сковородку наливаем масло. И обжариваем рулетики. Опускаем яйцо, обильно смачивая. И выкладываем на сковородку. Получаются мягкие, нежные. Также можно делать без сахара, добавляя лук, зелень, творог. Будет очень вкусно. Можно на завтрак, на ужин, к чаю. Просто, легко переворачиваем. Ну и так обжариваем все остальные рулетики. Вот такие рулетики у нас получились. Очень вкусные, пышные, аппетитные. Такие рулетики у меня получились. Готовьте, пожалуйста, очень вкусное и простое доступное меню. И с творогом. Если вы не готовили, готовьте. Очень вкусно. Такие рулетики у меня получились с творогом и с лавашом. Очень вкусные, аппетитные. Приятного аппетита вам. Ставьте, пожалуйста, лайки, если вам понравилось это видео.